Так, вот все драйверы установились, стоят галочки на клавиатуру. Все, клавиатура работает, подсветка, все кнопки работают. Так, это нам не надо. Здесь много чего лишнего вообще. Из-за этого, наверное, система и тормозит. Сейчас посмотрим, сколько здесь оперативки. Жесткий диск здесь на 250 гигов, если не ошибаюсь. Но он уже все помирает. То есть сказали, что в будущем будут менять жесткий диск. Здесь привезут мне на замену. Где-то они там купят. Я поставлю, заодно Windows переустановлю на новый жесткий. Так, сейчас посмотрим мои характеристики. Сначала диспетчер задач, посмотрим, что здесь. Быстродействие. Четырехъядерный, ну это i5. Два ядра, четыре потока. Ага. Оперативки здесь 4 гигабайта. Одна планка на 4 гигабайта. Компьютер. Свойства. Да, здесь стоит i5. M460. Частота 2,53. 4 гигабайта оперативки. 64-разрядная операционная система. В принципе, для десятки 4 оперативки, а 5 здесь достаточно. Вот индекс производительности. Да, здесь жесткий диск. Надо заменить. Оперативка тоже 5,9. То есть, блин. Хоть и 4, сюда можно еще на 4 поставить. Будет вообще отлично. Здесь стоит на 500 гигабайт жесткий диск. Так, что мы еще посмотрим? Аиду. Программа долго запускается. Windows большим количеством мусора. Так, система Windows требует драйвера с сырой подписи. Активирована она у нас уже. Должна быть. Сейчас посмотрим. Да, активирована. Жесткий диск 27 градусов. Но я только что включил. В простое. Крышка процессора 56 градусов, 56 до 60. Ядра 54 и 47, то есть разная температура. Чипсет 60 градусов. Здесь даже на оперативку температура есть 60 градусов. То есть ее тоже надо почистить, все контакты. Самая маленькая температура здесь даже GMSH. Я даже не знаю, что это такое. Надо посмотреть в интернете. 23 градуса, 24. То есть это, наверное, чипсет. Хотя чипсет у нас вон 60 градусов. А что такое 23 градуса? Даже меньше жесткого диска. Видеокарта 54 градуса, 55. То есть тоже надо термопасту заменить, почистить радиатор. Так, посмотрим, что у нас там есть. Суммарная информация. Это, наверное, неинтересно будет. Мобил Dual Core i5 462 и 8 ГГц. То есть это его турбобуст, скорее всего, максимальный. Оперативка так стоит на 4 гигабайта, 1333 частота, DDR3 стоит очень хорошо. Hynix стоит, Hynix, или как его там, SK Hynix, как вы его там называете. Монитор 17,3 дюйма, видеокарта Atima Mobility Radeon HD 5650 на 1 гигабайт, да, на 1 гигабайт. Очень хорошая система, в принципе. Сюда бы еще на 4 оперативку поставить. Двухканал бы работал, был бы еще быстрее. Так. А, максимальная. Семерка максимальная здесь стоит. Ну да. Разгон. Здесь разгон 10%. Ну да, он гонится как раз. И базовая 2,5 здесь. Буст до 2,8. Вот так вот. Так, что здесь по плате? 25 ватт. Максимальная температура у этого процессора 105 градусов вообще. Так, память.
43%. Чипсет. Максимальный объем памяти поддерживает этот чипсет 8 гигабайт. То есть можно еще на 4 поставить, двухканал будет. Так, операционная система, что здесь? Угу. Ну, это здесь ключики и прочее здесь. Процессы, время работы. Угу. Вот так вот. Вот это в простое у нас только. То есть только что я включил ноутбук. 22 градуса там вообще. Я не знаю, что такое GMSH. Оперативка 60-62 градуса. Чипсет вон 60-59. Чуть не меняется даже. 50 до 60 градусов ядра, 60 крышка, то есть тут чистить надо. Жесткий диск, в принципе, в температуре нормально, 27. 21 градус уже вообще. Всем спасибо за просмотр. Ждите следующего видео по этому ноутбуку. Посмотрим тесты жесткого диска, процессора и температуру максимальной нагрузки 100%.